Приветствую вас. Да, это Светлана, действительно психологическая. Вот это что-то психологическое выражается вашим, ну, вашим языком. Вот. Да, действительно. Психологическая. Вот. И вам нужна помощь именно психолога. Психотерапевтом. Вот. О чем вы ведете речь? Как мне кажется. О чем или про что вы ведете речь, как мне кажется, да? Мне кажется, вы ведете речь про травму. Травма, мне кажется, аборт, в первую очередь. То есть мне кажется, что здесь вот невыражена боль из-за аборта, невыражена травматика из-за аборта, травматичность. Вот, возможно, это просто невыраженные эмоции, связанные с абортом. То есть просто вот вы, ну грубо говоря, переживали это состояние, да, ну, это состояние аборта вы переживали, вот, ну, не выплакали его, не выразили это чувство, не выразили его, ну, целиком полностью, не проплакали, словно говоря, вот, и, соответственно, это вас сейчас, на данный момент, может вас отравлять. Ну, вот, вполне вероятно, что это может, что это вас отравляет как раз. Вот, довольно часто, к сожалению, это явление, довольно частое явление, к сожалению. Вот, ну, тут как бы нужно только проживать. То есть это горе, это травма, что, конечно же, болезненно, это, конечно же, боль, это, конечно же, ну, разрушение, это, конечно же, такая вот травмированность этой вот, ну, ситуации, вот, и, как бы, я бы сказал, что здесь, в первую очередь, нужно обратить внимание на эмоции ваши от этого. Вот, потому что, ну, а вы об этом практически ничего не говорите. Вот, а это важно. Да, чуть ли не один из самых важных моментов. Вот, ну, соответственно, все остальное является, ну, как бы, следствием. Все остальное является следствием данного переживания. Вот, смерть здесь, ну, на мой взгляд, по моему мнению, это такая довольно символичная история. То есть, ну, я имею в виду, что это либо для вас как освобождение может выглядеть, а может выглядеть как наказание. Ну, то есть, ну, в зависимости там от в зависимости от ситуации, да, в зависимости от вашего отношения к этому. Вот.
соответственно, что нужно. Это нужно разбирать, вот, последовательно, давать вам возможность проживать это, давать вам возможность отболеть это, проболеть это. Потому что вы сами это, ну, как мне кажется, вы сами это не проболели, вы сами это не отболели, не отплакали. Это то, что я могу вам сказать, пока что. Вот, ну а и, конечно, конфликты с мужем, если они есть, какие-то проблемы ваши с мужем, опять же, если это все есть, вот, все это влияет на ваше состояние. Скупляет его, вы можете себя чувствовать совершенно там одинокой, вы можете чувствовать себя брошенной, можете ощущать себя, не знаю, непонятой, вот, можете чувствовать, что вам тяжело, трудно, болезнь и так далее. Вот. Ну, ничего удивительного, что смерть вы просто хотите уйти, чтобы сбежать от вот этого, ну, от этой болезненности, вот. Такая вот история. Поэтому, в первую очередь, это бегство своих чувств сейчас. То есть, там происходит бегство своих переживаний. Вот на это нужно обратить внимание. Дальше, я думаю, последуют изменения, которые вам позволят лучше себя понять. Вот. Я бы так сказал. Ну, я бы вот в таком бы ключе вам ответил бы. Вот. То есть я думаю, что я думаю, что проблема заключается в этом. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Надеюсь, что вы сформулируете обратную связь, которая позволит начать процесс работы над собой. Этот процесс будет продуктивным. Вот. Я вам желаю всего самого доброго, удачи. И не оставайтесь одна, не бойтесь спросить о помощи.